Добрый день. Спекла нежный ароматный кофейный тортик. Кофе присутствует только в тесте. Крем сделала самый незатейливый, из сметаны, а украсила готовыми маленькими безе. Сам бисквит спекла в гриле ниндзя. Продукты для приготовления нужны самые обычные и простые. Начинаю с того, что беру 100 грамм кефира, который можно заменить на йогурт, простоквашу, то есть абсолютно любой кисломолочный продукт. Единственное условие, чтобы кефир был тепленький. И добавляю 3 полные сверху чайные ложки растворимого кофе. Хорошо перемешиваю, чтобы не было комочков кофе. Для теста беру 2 яйца, взбиваю. В процессе взбивания добавляю 180 грамм сахара, щепотку соли и пакетик ванильного сахара. Затем добавляю 100 грамм размягченного сливочного масла и взбиваю буквально 1 минуту, чтобы масса не расслоилась. Добавляю кефирно-кофейную смесь и просеиваю 160 грамм муки, в которую я добавила разрыхлитель. Тесто получается вот такое, густой консистенции. Тесто выкладываю в форму. Диаметр моей формы 19 сантиметров и ставлю в разогретый гриль. Гриль включен на программу «Выпечка» на 170 градусов на 50 минут. Когда гриль отключится, проверяю на готовность. Палочка сухая, значит бисквит готов. Даю немного остыть в гриле, затем достаю, освобождаю от всего лишнего и заворачиваю в пищевую пленку. Даю отдохнуть так часа 2 для созревания. Затем разрезаю на 2 части. Посмотрите, какой он получается на разрезе. Пористый, хорошо пропеченный и немного влажный. А какой стоит кофейный аромат, то просто не передать словами. Взяла сметану жирностью 27%. Для приготовления вкусного сметанного крема понадобится совсем немного ингредиентов. Это сметана, сахарная пудра и совсем немного ванильного экстракта для аромата. Крем получается очень пышный и стабильный. Получившиеся коржи щедро промазываю кремом и сверху поставлю кольцо. Закреплю его, так удобнее будет работать. Украшу свой тортик маленькими готовыми безешками, которые скрепляю оставшимся кремом. Это быстро и очень просто. Сверху посыплю толчеными орешками. Ну вот такой получается тортик, абсолютно простой, бесхитростный, чисто для домашнего чаепития, абсолютно без всяких заморочек. А выполнен он из кофейного бисквита, запеченного в гриле. Такой тортик, несомненно, придется по вкусу всем любителям ароматного кофе. И несмотря на то, что кофе используется растворимый, он дает очень приятный вкус и аромат к этому изделию.